Разметка у вас есть, маска есть. Все, молодцы. И второй вопрос, почему мы к вам пришли, это проверка наличия договоров на вывоз мусора. С 2019 года наличие этого документа обязательно. Это требование нового законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В нашем городе договор на вывоз мусора организации и жители заключают с Сергиево-Посадским региональным оператором. Сегодня его представители совместно с Госавтотехнадзором проверяют соответствующие документы. В новостройках на Хлебозаводской улице много небольших магазинчиков, кафе и салонов красоты. Но не у всех есть договоры с регоператором. Инспектор вручает предписание о необходимости явиться в отдел. Вызываем вас на пятницу, то есть на 6 ноября. В отделе Госадмтехнадзора предстоит уже разбираться, договор отсутствует у собственника помещения или только у арендателя. Если документа нет ни у одной из сторон, придется договариваться. Важно, что Госадмтехнадзор дает отсрочку для тех, кто хочет поскорее устранить нарушение. Если мы получаем информацию либо о наличии договора, либо о начале согласования условий договора, мы административное дело стараемся не возбуждать. Дабы, ну, вот, опять же, мы учитываем ситуацию с коронавирусом, там финансовое положение, трудности. Это не должно нас заботить, но мы оставляем за собой право вот, ну, действовать по такому принципу. За отсутствие договора на вывоз мусора предусмотрены серьезные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц начиная от 100 тысяч. По информации регионального оператора, договоры на вывоз мусора заключили около 70% ивантеевских организаций. Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днем».